Лично, Олег. Лично, что мы для вас, вот лично, эти условия предоставляем. Только просьбы не распространяйте. Почему вы нарушаете эту просьбу? Вы представляете, насколько банк ближе к своему клиенту? Когда в русский стандарт я звоню, там, например, в колл-центр, да, по обслуживанию пластиковых карт, я получаю профессиональную консультацию от специалистов на, ну, подготовленных специалистов, да, которые могут оперировать определенными данными, терминами и прочее. Когда мы звоним в ваш банк, ваш колл-центр настолько не подготовлен, что такое ощущение, что они вообще не сегментируют клиента, с кем они общаются, как они общаются и на кого ориентированы. То есть мое мнение лично.